Школа это в основном знания же дает вам. Друзей, знакомых, каких-то лучших. То, что когда ты много раз повторяешь одно и то же, это делает тебя совершенным. То есть нужно перебороть какой-то момент, и тогда все получится. И вот здесь вот решается. И вот здесь вот, наверное, важна роль педагога, чтобы оставить вот этот в тебе интерес. Потому что если ты даже задний вот на этом этапе, ты так и не поймешь, что осталось чуть-чуть совсем, чтобы вот выйти на иной уровень и понять, что это на самом деле было не так сложно. Дисциплина, она везде нужна. Без дисциплины никуда. Уважение. Мы никогда учителей очень уважали. Вот это у нас учили. Мы никогда не грубили ни старшим, ничего в деревне. У нас не было такого, что грубить. Любить родину научили, да, семью. Открытость, наверное, скорее всего. А как открытость развивала школу? Ну, общаться, ну, больше общения, как бы, и знакомства, ну, с другими. То есть перестали стесняться, да, в общении? Не стеснительным стал. Думать больше. Размышлять надо? Да, размышлять, правильно. Принимать решения, да, вот это. Ну, так, а остальное все хорошее, так.